Согласно законопроекту о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год, расходы на содержание диппредставительств Азербайджана и на международную деятельность увеличиваются на 24%. Таким образом, из госбюджета 2022 года на международные отношения будет выделено 361 миллион 900 тысяч манатов. Отметим, что данные средства будут использованы для сотрудничества с международными и региональными организациями и финансовыми институтами. Содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом, международной деятельности и проведения других подобных мероприятий, а также мероприятий международного уровня и прочих расходов, связанных с деятельностью дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом.